Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Looney Tunes World of Mayhem. Так, и начну я, пожалуй, с того, что хочу проапать своих героев, да, ребята? Я немножечко к этому делу подготовился, поэтому давайте начнем. Ну что же, наш Гектор-фермер готов повысить себе ранг. И я с радостью это делаю. Да-да, ребята. Ну что же, отлично, это только начало. Это был Гектор. Так, следующим у нас будет с вами Сэм. Тоже повышаем ему ранг, ребята. Отлично. Вы посмотрите, какая неплохая, ребят, прибавочка идет. Так. У нас, кстати, не только будет повышение по рангу, но еще и появятся новые персонажи. Например, вот так. Да. Давайте, Петуния Фермер. Конечно же, будем активировать, ребята. Ты-дри-ти-тинс. Вот она, Петуния. Отлично, ребят. Я не знаю, что это за персонаж. Так, рука помощи. Только не пчелы. Я так понимаю, что это, скорее всего, хиллер. Так, я могу даже ее усилить. Спасительное свойство, пассивный навык. Когда здоровье союзника первый раз падает ниже 50%, исцеляет этого союзника на 25% от максимального здоровья. Слушай, ну это неплохо, я скажу вам, ребят. Так, а мы сможем еще что-нибудь сделать? Можем. Эта мультяшка получает 8% атаки. Неплохо. Так, следующее что у нас? Следующая рука помощи 2, ребят, но мне не хватает динамита. Ладно, не беда. Два усиления она получила. Так, ну что же, давайте смотреть, что у нас еще, ребята. Вот, смотрите-ка, бабуля-служанка тоже, видите ли, хочет получить себе повышение в ранге. И она получает, ребята. Отлично. Неплохо, я вам скажу. Так, давайте смотреть дальше. Смотрите, у нас койот, королевский паш, тоже хочет получить себе следующий ранг. Замечательно, просто-напросто. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. Так, я смотрю, порки-фермер тоже. Да-да-да-да-да-да-да, получи свое улучшение. Да, я тебя понял прекрасно. И кто у нас? Да, ребята, маленький Сильвестр-младший, рыбачок. Он тоже хочет получить повышение. На, получай. Слушай, неплохо, да, сегодня мы с вами апгрейдимся. Так, кто у нас следующий? Ну, как же без бабули вожатая скаутов? Естественно, получай повышение. Так, смачно, поехали далее. Кто еще у нас тут хочет? Ну, естественно, ребята, офицер Йосемити. Давайте его тоже повысим. Так, хоба, и у него вторая звезда, новая звезда. Отлично, до этого было у него всего лишь одна. Так, и давай смотреть далее, кто у нас. Ребята, открываем нового персонажа, Фогорн-разбойник. Активируем его, естественно. Вот такой вот удалец с одной звездой, ребята. Отлично. Рад видеть тебя, Фогорн. Добро пожаловать в нашу команду. Так, и еще у нас, по-моему, кто-то есть. Да, ребята, еще есть Бакс Ковбой. Конечно же, будем его активировать. Ты-ды-ды-дынь-ты-дынь. Yes, yes. Так, мы можем даже его немножечко, ребята, усилить. Гибель преступников наносит урон в размере 25 очков всем врагам и преобразует у них повышение параметра. Интересно. Это очень интересно. Так, а здесь, ребята, нам не хватает динамита, да? На остальных. Ну что же, вроде бы как и все у меня получается. Больше я никого, ничего не могу здесь сделать. Хотя, погоди-ка, что тут у нас у Фогорна? А, мы тоже можем, ребята, его усилить. Так, подмога. Когда враг использует провокацию, мультяшка атакует его, нанося 18 единиц урона. Неплохо, да? То есть, если кто-то встает в таун, то он его автоматически атакует. Это здорово, я считаю. И все заключается у нас в динамите. Где же мне этот динамит теперь искать? Так, давайте, ребята, теперь перейдем, наверное, в мир. И посмотрим. Наш... Да, ребята, они у нас тут понаходили. Так. Ага, понятно. Фогран скаут. Так, давай здесь. Так, Сильвестр младший рыбак. И бабуля вожатая скаутов. Ну что же, я думаю, что надо нам отправить этого малыша дальше искать. Ускорять я ничего не буду, пускай он так, в автоматическом режиме. Кстати, у нас, ребят, сундук еще готов к открытию.
Давайте глянем, что нам из него достанется. Вот, вот, ребята, тот самый динамит, которого нам не хватало. Так, давай-ка мы, наверное, тебя тоже отправим на поиски. Скаут, ты наш родной. Поищи там что-нибудь себе полезного. Так, Бакс Банни. Что? Бакс Банни не может, ребята, искать лучшие... Так, я так понял... Угу. Сэм тоже здесь не может. Хорошо, бабуля, а ты как? Бабуля может. Давайте бабулю тогда отправим на поиски, да? И Фогарна. Вот, все, ребята, ячейки все забиты. А это, по-моему, открывается на 30 уровне. А у меня только лишь 20. Ну, надеюсь, сегодня получим 21. Хотелось бы в это верить. Так, ребята, а что у нас тут? Усиление. Да, естественно, будем усилять, продолжать. Эта мультяшка получает плюс 10% к защите. Хм. Это 7-е, ребята, усиление у нашего Гектора-фермера. Так, и опять с динамитом проблемы, да? То есть мне хватило всего лишь на одно усиление. Не густо, я вам скажу, не густо. Так, а смотрите, что здесь. Мы можем с вами Бакса-ковбоя тоже усилить, между прочим. И эта мультяшка получает 8% к скорости. Ага. То есть будет немножко быстрее, да? Инициатива у него повышенная становится. Ладно, это тоже нам, ребята, идет в плюс. И все. Теперь больше ничего, ребята, здесь нету. И мы с вами приступаем к чему? Давайте посмотрим, во-первых, сундуки. Так, тут у нас что? Ага, ничего нету, стырили, да? Во, вот здесь уже активный. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, ребята, что нам отсюда выпадет. А ну-ка, монетки, динамит. Ну что, я могу сказать, неплохо, совсем неплохо, ребята. Нам опять показывают, что мы можем с вами кого-то улучшить. Например, давайте койота. Давайте его усилим. И у него эта мультяшка получает 4% атаки, защиты и скорости. Слушай, неплохо. 4% мало, но все равно, ребята, ко всем параметрам, не забывайте, ко всем. Так, и все, да? Или не все? А ну-ка покажи мне, пожалуйста, кто у нас еще может тут усилиться. Ага, Фогарн Разбойник. Давай его тоже усилим. Так, эта мультяшка наносит 15% урона врагам с провокацией. Это, кстати, хорошо, потому что провокаторы у нас везде всегда есть. И то, что он наносит 15% урона, это очень даже круто, ребят. Так, ну что, теперь давайте, наверное, попробуем. Так, у нас здесь бесплатный через 1 час. Так, по заданиям что-нибудь есть? Глава городка. Что тут у нас за восклицательный знак такой стоит? Хм. 20 энергии потратить. Ну, давайте, ребята, давайте посмотрим. Ага, все, я понял, здесь нам ничего не светит. Знаете почему, ребят? Потому что инициативы у нас будет мало и, соответственно, будет мало мощей. Нет, мы не потянем с вами, к сожалению. Поэтому это я пропущу. Глава пустыни. А вот здесь, кстати, можно даже неплохо повоевать, я думаю, да? Давайте-ка мы посмотрим, кого нам дают. Ох ты, красота-то какая. Вроде бы все замечательно, но я не уверен, что вот эти вот бойцы у меня просто смогут выстоять. Интересно, а у нас есть с вами баночки на усиление? Так, у нас что там в банке? Давайте посмотрим. Назначить, давай я вот сюда назначу сундучок. Выставим с вами охрану. Кстати, вот этот вот Робин Гуд, наш утенок Даффи, очень меня, ребят, порадовал. Очень порадовал, потому что действительно... Он достойно бомбит, тем более у него массовые атаки, и мне это нравится. Мне это очень нравится. Так, что у нас тут в Союзе? Что-то горит, что-то... Забрать ящик Союза. Опа-на. А ну-ка посмотрим, что нам тут выпадет, ребята. 9 гемов. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Неплохо, неплохо, я вам скажу. 1000 монет там выпало. Так, и мне позволяет еще кого-то прапать. Хм, давай, наверное, порки, да? Мы с вами попробуем его усилить. При полном здоровье эта мультяшка получает 40% защиты. Ха-ха. Кстати, это очень годно, ребята. Но при полном здоровье обычно у нас, как получается, атакуют именно хиллеров. А он идет как хиллер. Все, да, больше ничего не могу сделать. Да, ребята, больше пока ничего не могу сделать, но это ерунда. Так, давайте мы с вами будем зарабатывать звездные ящики. Для этого нам нужно, естественно, выступать в драках. Так, я хочу, знаете, с кем подраться. А вот почему бы нам не подраться с Таффи 4000? Давайте посмотрим, кого нам дадут. Так, этих мы, ребят, уберем отсюда, а вот этих, пожалуй, возьмем.
И теперь смотрите, как будет сейчас, ребята, Рэй разбирать своего противника. Надеюсь, у меня получится все удачно. Единственное, что надо будет сейчас немножечко убрать скорость, потому что у меня, по-моему, на четверочке стоит. Давайте вот так вот начнем. Угу. Смотрите, ребята, вот он, Даффи во всей красе. Неплохо, да, бомбанул? Смотрите, отнял здоровье. Так, успокойся, пожалуйста, а, пугало огородное. Давайте малыша вот этого рыбачка забомбим, в стан его загоним, чтобы он не успел отхилить. А он, по-моему, вообще, да, ребята, он вообще дуплился. А вот этот и зря, а вот этот и зря. Давайте угостим массовой атакой. Это у нас взрыв динамита. И теперь остается их просто-напросто добить. Так, минус один. Давай, наверное, вот этого дафика маежора бомбанем. И вот этого добиваем. Отлично, ребята. Победа. Мы с вами зарабатываем 3 звездочки. У нас 6 звезд из 30. Чтобы открыть сундук звездный, нам нужно накопить 30 звездочек. Наверное, мы это сегодня с вами и сделаем. Так, ну что же, сейчас мы активируем сундучок в нашу ячейку. Угу. Вот сюда мы поставим. Кстати, там еще, ребята, у нас один сундук, который мы можем активировать. Вы заметили, да, надеюсь? Так что давайте-ка мы его откроем. Где он тут у нас? Вот он. Посмотрим, что выпадет нам из него. Порадуй-ка папочку. И, так, монетки. Слушай, ну неплохо, неплохо. Смотри, вообще великолепно. Так, награды защитников забираем. Наковальня и 67 монет. Так, мне надо, ребята, как-то левел себе сегодня поднять. Так, подожди, а что опять награды? Тут все я вроде бы сделал. Так, две ячейки у нас, ребят, с вами открыты. И я хочу вот этот вот сундучок, да, я хочу его открыть. С вашего, ребят, позволения, мне нужно прокачивать своих героев. Так, монетки, динамит, наковальня. А вот здесь вот уже не густо. Но, тем не менее, ребята, у нас три ячейки с вами свободно. Значит, обязательно... Погоди-ка секунду, давай-ка посмотрим кое-что здесь. Хм, Гектор, ты хочешь еще усилиться, да? Наносит 73 единицы урона выбранному врагу и снимает 2 повышения защиты. Солидно, я тебе скажу, солидно. Вон отсюда, да? Называется скилл. Так, дальше идет. Пюре из тыквы. Наносит 94 единицы урона выбранному врагу и дает провокацию. Кстати, это тоже неплохо. Поэтому давайте, ребят, забирать это все дело. Все, да? Кончились у нас с вами плюшки. Хотя, подожди-ка, кто-то здесь... Койот, собственной персоной Паш, тоже хочет получить следующее усиление. Это у нас королевский сейф. Наносит урон в размере 70 выбранному врагу и опустошает у него шкалу хода на 10%. Неплохо, да, ребята? То есть он делает откат для следующего хода ему. Ой, подожди, подожди, там еще можно было усилиться. Давай-ка сделаем еще одно усиление, ребята. Дает повышение атаки и защиты всем членам команды на 3 хода. Эта мультяшка заполняет шкалу хода на 20%. Слушай, ну это круто. Это вообще круто. Он ускоряет моих, ребята, юнитов. То есть он свою команду просто разгоняет. Прям на старте. И это классно. Так, смотрите, ребята, тут можно еще что-то улучшить. Ну давай, хорошо. Так, посмотрим, есть у нас... Нет, ребят, пробирок у нас нету, но мы можем просто с вами усилить. Построиться. Дает всей команде 2-3 повышения защиты на 2 хода. Вот так вот. Это 5-е усиление у Сэма, да, получается? Ладно. Я, ребята, доволен, очень доволен. Давайте зайдем на ферму, и здесь у нас Петуния, да? Что у тебя, Петуния, за следующее? Рука помощи наносит 33 единицы урона выбранному врагу и дает 1-2 повышения защиты случайному союзнику. То есть рандомно. Ладно, сгодится, я думаю. От защиты я еще никогда не отказывался. Блин, мне бы, знаете, что хочется, ребят? Пробирочки где-нибудь найти на опыт, чтобы нам немножечко с вами прапаться. Так, а что здесь такое? Карманник, откройте не менее 10 ящиков. Забираем. Так, опыт. Он должен прибавиться, почему не прибавился, ребят? А? Я хочу, чтобы у меня был уже 21 уровень. Так, а что у нас в магазине здесь доступно? Я не вижу ничего, ребят. Предложение. Донат, не хочу я. Так, прекрасный динамит. За 3000, давайте возьмем, ребята, 5 штучек. Так, у нас деньги есть? У нас деньги есть. Поэтому я могу, ребят, еще себе позволить. Пускай будет 10 динамита у нас. Так, что дальше? Дальше мы идем с вами бомбить очередных врагов. Так, и давайте приценимся. Я думаю, что нам оптимально будет либо-либо.
Ну, я думаю, что вот этого будем бомбить, потому что здесь сундук, ребята, с пробирочками. А пробирки мне нужны. Хотя не факт, что мы здесь с вами сможем легко и просто победить, потому что разница всего лишь в 1000 мощей. Любой из моих персонажей может отдуплиться в любую секунду. Надеюсь, этого не произойдет. Так, ну что? Угу. У нас что-то все понижено. Почему? По каким-то параметрам непонятным. Давайте начнем, пожалуй, с порки. Это у нас же хиллер. Хиллер. Пускай он, ребята... Фогран взял, ребята, в провокацию встал. Это печалька. Ага. А ну-ка, бомбани, убить порки. Порки, ребят, да выеживался. Так, теперь давай-ка мы бомбанем, наверное, с Сэмом нашим. Вот так, ракетный выстрел, но он крепок. Сейчас будет пугать, да? Пугает, гаденыш. И тоже встает в провокацию, ты представляешь? Они два провокатора здесь. Ну, я им просто так этого... Не отдам, ребята. Так. О, Фогран, по-моему, тебе хана сейчас будет. Отлично. Так. Этот в провокации. Ну-ка, давай-ка его немножечко оглушим. Сзади, по башке дубиной. На-ка, получи. Хм. Еще живет, гаденыш. Ну-ка, Сэм, бомбани его. Не добил. А ты? Отлично. И остается лишь у нас Сильвестр Пугало. Вот я его так добиваю обычно, ребят. Пумс, и все. Ну что, вы понимаете, что мы с вами зарабатываем еще 3 звезды. Мы с вами получаем еще и сундук. Украли мы его, короче, грубо говоря. Сейчас, естественно, мы будем его выставлять в наши ячейки. Так, ежедневные задания я сегодня уже, ребята, сделал, которые должны были быть. Так, ну что, что? Что это такое? Что это за свет? Так, давай вот сюда мы его назначим. И, конечно же, надо выставлять охрану. Ну, неплохо, ребят. Так, вот мне бы как бы получить побольше вот этих вот пробирочек, ребята. Как бы мне их получить? За что их можно вообще? За ежедневные задания, да, которые я уже сделал. Так, что у нас по компашке? У нас пустыня с вами открылась, да? Пустыня. Ну-ка, если мы, предположим, будем атаковать. У него всего 2000 мощей, ребята. Слушай, я думаю, что мы сейчас все-таки сможем разобрать. Я надеюсь, что они не будут атаковать первым, потому что у нас инициатива больше должна быть. Сейчас мы это все дело с вами проверим, как оно будет происходить. Так, ну что, Фогран, давай начнем, пожалуй, с тебя. Оглушаем его. Ой, какой ты ватненький, Фогран. Ну, извини, придется тебе отдуплиться. Ну, нормуль. Так, и теперь, ребята, а что это такое у нас, ребята? Опа! Отлично, мы его замедлили, плюс сняли с него защиту. Эй, а что он делает? Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, мои-то, ребята, выжили. А на-ка динамитом. Ну что, ребята, как вы сами видите, победа довольно легко нам досталась. 3 звезды мы получили. Ага, а вот они и, ребята, долгожданные наши пробирочки пошли. Вот как раз мы и будем зарабатывать их. Для того, чтобы проапать своих остальных персонажей. В данный момент могу только до 20 уровня. Так, а что у нас здесь? Кактус какой-то, да? 10, 15 и 9 уровень. Ху-ху. Но все равно по мощам, если смотреть, ребята, они слабоваты. Давайте попробуем. Попробуем сейчас пройти, забомбить. И, кстати, надо будет Фогарна нам, наверное, вместе с Бакс Банни повысить по уровню, по левлу. Так, вся тематика здесь, смотрите, ковбои и разбойники у них. Ох, как мы его хорошо сейчас нагрели. Бом-бом-бом-бом, нифига ты. Это было печалька, ребята. Так, смотри-ка, уже критично, я бы так сказал, ребят. Минус Фогран, замечательно. Давай мы также его угостим нашим динамитом. Пускай тоже... Урон-то какой-то вообще ни о чем, ребят, на самом деле. Не-не-не-не-не! Ты посмотри, что он сделал, ребята. Он уничтожил мне Фогарна. Угу. Просто взял и расстрелял его. И это плохо, знаете почему? Потому что нам, ребят, придется, наверное, с вами переигрывать. Чтобы получить 3 звезды, чтобы я мог этот уровень фармить и... Так, нормуль. Кстати, неплохо мы получили с вами вот эти вот пробирки, они нужны нам. Мне нужно как минимум, по-моему, 20 штук, чтобы я смог нормальный реверт открыть. Хотя, можно и кое-чем другим побаловать здесь. Хм. Так, давайте-ка мы с вами перейдем к нашим персонажам.
Да? К моим героям. Так, у меня здесь кто участвует? У меня участвуют здесь вот эти вот ребята. Поэтому повышаем в первую очередь их. 13 уровень получает он, да? Фогран. Отлично. 13 уровень. Блин, мне бы, конечно, надо еще на Бакс Банни как-то прапать. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Реатомизатор. Ага. Давай вот это, до 3 мультяшек, ребят. Посмотрим, что нам здесь будет выпадать. Тут будут 3 мультяшки. Так, Сильвестр Фотограф и Сильвестр Пугало. Забираем. Мы можем еще разочек с вами попробовать на удачу, вдруг что-нибудь хорошенькое выпадет. Опять Фотограф, Порки Фермер и Пепе Пелунья там, да? Липунья, не имеет значения, короче. Пепе, короче. Так, что у нас в банке? У нас еще, ребята, с вами 2 ячейки. Значит, надо идти на драки. Я должен заработать еще звездный сундук. Я вам повторю, ребята, об этом. Опачки. Ну, давай попробуем здесь, наверное, да? Ага, попробуем здесь. Так, вот этих вот убираем. И вот этих вот выставляем. Ну что, опять же, разница буквально, ребята, в 1000 мощей. Попробуем сейчас мы их быстренько как-нибудь разобрать. Кстати, за сегодняшний день я получил таких звездных сундука 2. 2 штуки, ребята. Так, и давай-ка мы начнем с массовой атаки. Опа, нравится мне, я обожаю, ребят, когда... Так, подожди-ка. Бабулю надо оглушить, чтобы она не хиляла здесь никого больше, да? Отлично. Так, пушка. Еще помахал мне ручкой, гаденыш, да? Вот так вот. Ну-ка, динамитом угостим. Пускай кушает, пускай... Так, тихо, в провокацию, что ли, ребят? Да, он в провокацию сейчас встанет. Эх, Гектор, Гектор, зря ты, конечно, так. Хм, крепкий малый. Так, ведьма вешает на нас проклятие. Постепенное отравление, ребята. И физическую атаку она нам поменьше сделала. Добиваем мы с вами Гектора. Отлично. Так, Сэм, подожди, Сэм. Ты, главное, не дуркуй. Понимаешь? Так, надо ведьму уничтожать, ребята. У него большая инициатива. Есть, и добиваем, ребят, с вами Даффи. На. Слушай, ну здесь вообще великолепно у нас получилось. Было рискованно, но мы справились с вами. Так, и воруем очередной сундук. Естественно, сейчас мы его поставим в нашу ячейку. И, ребята, еще надо будет идти. Единственное, конечно, обидно, что мы будем некоторые сундуки просто с вами выбрасывать, как говорится, на помойку. Потому что у нас ячейки с вами закончатся. Так, назначаем стражу. Вот так вот. Меня повысили. Бронзовая лига 1. Вау, вау, вау. Спасибо большое. Спасибо. Так, магазин лиги. А что у нас тут в магазине лиги, ребята? Ага. Даффи Камуэяжор. Во, зелье опыта. 5 пробирок. Но я так понимаю, ребята, это маленький, да? Хорошо, возьмем маленький с вами. Нам пробирочки тоже нужны. Пускай хотя бы пару уровней, ребят, получит. Это уже будет хорошо. Так, еще пяток заработали. Забираем. Так, я могу еще. А почему нельзя большие? Почему так вот маленькие такие пробирочки нам дают, а, ребят? Че, мы недостойны, что ли, больших пробирочек с вами, да, получить? Ну, давай еще разок, хорошо. Все, последний раз мы с вами пробирки берем. Отлично. Так, бой. Все это понятно, бронзовая лига. И теперь надо мне, ребята, Бакс Банни вот этого прапать. Да, будем тратить все пробирки, которые с вами только что получили. И нам хватило-то всего лишь на 9-й, ребята, уровень. Да, всего лишь на 9-й уровень. Ладно, так, что у нас тут в задании какие-то выполнены? О, вау, вау, ну, дашь мне левел? Так, у меня новое достижение. Боевой оруженосец. Вот так вот. Совсем немножко не хватает, ребят, совсем капельку. Ну что ж, давайте отнимать тогда следующий сундук у Лины. Да? Команду оставим ту же самую, которая у нас была, потому что она действительно здесь рулит. Здесь у меня практически нету... Нет, провокатор есть, но я и не пользуюсь провокацией, потому что они сразу начинают все одного бойца бомбить, и это очень плохо сказывается на нас. А вот то, что массовая атака есть у Даффи, это вообще мне нравится, обалденно. Так, тут 2 бабки. Тут бабка Божий одуванчик и бабка ковбойша.
А ну-ка, угости-ка их Даффи, говорю, Бакс Банни динамитом. Шикарно. Так, надо вот эту бабулю, наверное, нахлобучить. Так, опять он в провокацию встает. А ну ты посмотри на него. Ребята, он встает в провокацию. Давай бомбить тогда, Сэм. С пушки со своей. Отлично, так, теперь попробуем пробить. И расстреливаем. Отличненько, ребята. Так, давай-ка бабулю мы, наверное, уничтожим с вами. Есть, минус бабка. И Фогрн у нас. Фогрн, который скаут. А, не хватило, ну. Отлично, Сэмчик, сработана была. Ну что же, мы с вами получаем еще 3 звезды. 15 звезд из 30, ребята, доступных. Ну что же, сейчас мы с вами поставим в ячейку этот сундучок. Сундук у нас, по-моему, идет на, да, на зелье. И это классно, ребят. Давайте вот сюда поставим и поставим охрану. Единственное, что я могу переживать, что эти сундуки у нас могут похитить. Да-да, опять, ребята, их могут своровать у нас. Ну, а мы с вами продолжаем наши драки. Так, давай-ка, наверное, плеер 4506. Будем его сейчас разбирать. Персонаж всегда находится в своей локации, потом касайтесь их, чтобы дать задание. Ну, это понятно. Это я и давно знал. Ну что же. Массовая атака. Опа. Так, куда он побежал? На Бакс Банни напал. Хорошо, да. О, вот этого надо Сэма, ребята, уничтожить. Надо этого Сэма уничтожить. И у него два Сэма причем. А на кого он прыгнет сейчас? У меня защита, ребят, понижена. Так, ну-ка, если динамитом угостим. Посмотрим, кого-нибудь бомбанет. Так, минус Сэм, да? Давай тогда вот этого вот пугала огородное тоже уничтожим. Ой, что я сделал? Нет, 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 я не это хотел. Я не хотел этого, блин. В оглушение. Я хотел, ребята, бомбануть на самом деле вот этого кота-пугала. Тихо. Тихо, 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 не буяним. Так, расстрел Сэма. И остается лишь у нас, ребят, Сильвестр Скаут. Он в невидимости, да, типа? Еще и промахивается. Второй раз, когда бьет, ребята, он промахивается. И это классно. Ну что же, очередные 3 звездочки нам, как говорится, в копилочку. Отлично. Так, а вот этот вот, ребят, сундук, к сожалению, наверное, нам придется с вами выбросить. Потому что у меня уже все ячейки забиты. И ставить его некуда. Сейчас посмотрим. У нас 29... подожди, подожди. Давай тогда вот этот мы с вами откроем. В следующий раз... чего? В следующий раз чего там написано? Атака будет быстрее? При чем здесь это? Ты хочешь потратить? Да, я хочу потратить. В следующий раз... Время истекло. О чем вообще разговор идет? Какое, блин, время истекло? Че несете-то? Чушь какую-то. Да, подтвердить. Вот, созрел наконец-то. Так, о, во, ребят, вот это хорошо. Это средняя пробирочка у нас и большая пробирка. Так, где мои ребята, где мои герои? Вот они. Давай, Банни, я тебя немножечко проапгрейжу. Ну что же, 15 уровень он у нас, ребят, заработал. И это круто. What's up, Doc? Нормально все, Банни, все отлично. И мы с вами продолжаем бомбить. Так, давайте определимся. Кто тут самый слабенький? По идее, вот этот вот. Виван. Виван. Не знаю, что получится. Там у него, кстати, Сильвестр Ковбой. Этот чувак плохой. Он своей плеткой может так неплохо побомбить по моим персонажам. По-моему, он еще в стан вгоняет их, да, если не ошибаюсь я. Так, надо его в первую очередь, наверное, бомбить. Успею я, не успею, не знаю. Ну, попробуем, ребят. Кстати, этот, по-моему, тоже у нас в провокацию встает. Так, пока в оглушении постоит, пускай. Динамитиком угостим. Да-да, я всегда, ребята, применяю как можно чаще массовые атаки. Опа-на. Эй, хорош, ребятули, вы что тут разбушевались-то? Так, давай-ка мы этого охламона уберем отсюда. Так, и вот этого вот пугало огородное. На. И сейфом огреем. Ну, что там делаешь? Повышение защиты и провокация, а она тебе нужна сейчас, парень. Ты сам себе смертный приговор подписал. Причем в любом случае, ребят. Ему бы там ничего не помогло бы.
Ух ты, 21, ребята, звездочка уже в данный момент. А вот от этого сундучка действительно нам придется отказаться, потому что ячеек нет, так же как и нет у меня гемов для того, чтобы я смог открыть его сразу же здесь. Да, извини, конечно, сундучок, я знаю, что ты хороший, но придется тебя выбросить, к сожалению. Ну что, ребята, еще 3 боя нам надо сделать, да? Как раз будет 9 звездочек, и мы с вами получим тот самый звездный сундук. Ага. Так, поехали. Сильной стороной некоторых мультяшек является уклонение, и они могут очень эффективно избегать атак противника. Запомнили? А вот так-то. Это вам совет. Все-таки как же мне нравится, ребята, вот этот дафик, а? Бомбит Масуха и вообще по чернаку. Минус Сильвестр. Так, давай-ка мы, наверное, динамитом угостим их. Хотя эта бабка стопудово захиляется. У нее инициатива уже вон подходит, ребята, да. Она хиляет. Так, Фогран встает, ребят, в провокацию. Естественно, нам надо бомбить его. Жидко. А если так пробьем? Нет, слабовато. Тогда встан его. Пускай будет встане. Опять не пробили. Так, пушка. Массовая атака, ребят, конечно же, массовая атака. Фогран, тебе хана. И следующая у нас будет бабка. Опа, нифига себе, бабуля божий одуванчик, да? С такой этой палицей вышла она. Живет еще бабуля, а? Еще живет. Вот так вот. И добивочный подафи. Все, ребята, замечательно, первый бой отыграли. Надо будет еще 2 боя сыграть. Также 2 боя по 3 звезды, 6 звездочек. У нас 24 в данный момент есть. Звездный сундук. Я думаю, после этого мы с вами перейдем уже на 21 уровень. Так. Ну, естественно, от этого сундука нам придется с вами тоже отказаться. Выбрасываем его, конечно же. Так. А что у меня в банке? Опять кто-то уже ворует или что? А, нет. Просто награды защитников. Забираем динамит. Спасибо. Так. И... давайте, ребята, еще очередной с вами проведем бой. Так, поехали. Этого сосунка мы сейчас должны разобрать, в принципе, довольно быстро. Не забудьте знакомиться с системой доставки Асмы для новых ящиков. Не знаю, каких ящиков, какие доставки, о чем вы вообще тут говорите. Стопудово Гектор сейчас, ребята, будет в провокацию вставать, поэтому надо его оглушить, чтобы он этого не сделал. Но... так, и попробуем сейчас его добить. Интересно, взрыв динамита сможет его убить или нет? Как думаете? Убил. Отлично. Так. Что он делает? Ага, Оскаром меня прибил. Своим. Да хорош, сейчас... ребята, понижение скорости мне сделали. Так, ну что же. Давай тогда и мы немножко повеселимся. Атака пошла. Минус Бани. Минус, наверное, Сэм. И минус, ребят, фотограф. Вот так вот. Вот это была довольно легкая, ребят, победа. Ну что же, еще один нам бой с вами нужно сделать для того, чтобы получить звездный сундук. Получаем звездный сундук. Получаем, естественно, из него опыт. Баночки, пробирочки, что там еще. Всякая ерунда. Может быть, даже гемы будут. Так, выбросить. И поехали. Последний, ребят, заключительный бой у нас здесь. Давай, наверное, вот этого, Лину. Будем с Линой драться. В любом случае, мы помощаем с вами выигрываем. У нас почти 6500 мощей против его 4200. То есть разница есть ощутимая. Так. Ага. Он сразу первым начинает ходить, да? Ну, давай тогда вот этого дурочка застанем. Гектор полицейский у нас. Так. Отлично. Надо теперь, ребята, его брать, пока он тепленький. Попробуем. Ну, динамит сейчас не подобьет его. Сейчас вот вряд ли. Так, что он там делает? Я не знаю, ребята, что там делать, но мы его добиваем. Минус. Так, койот, а он что, в инвизе, по-моему, да? Да, ребята, он в инвизе, я его не смогу пробить. Тогда... отлично. Так, Сэм, ты следующий по ходу дела. Не смогли добить. Бакс Банни добивает, и остается лишь койот у нас. Все. Найс, просто, ребят, найс. И, как вы понимаете, мы с вами зарабатываем звездный сундук. Естественно, от этого ящика мне придется с вами отказаться.
Хотя, ну, гемы, если бы они, ребята, были бы, если бы их зарабатывать можно было бы легко и просто. Но ведь нет, все довольно печально и кисло, и долго. Поэтому выбрасываем мы с вами. А вот звездный ящик, конечно же, будем открывать. И смотрим, что нам из него, ребята, достанется. Так, 9 гемов, наковальня. Слушай, ну я скажу, неплохо, очень неплохо. И 25 энергии нам дали. Забираем. А опыт мне не дали, да, к сожалению, я так понял. Не дали мне опыта, ребята. Так, усиление. Наносит 58 единиц урона выбранному врагу и дает повышение защиты. Это четвертое, ребята, у нас усиление с вами. Так, здесь не хватает 8 динамита, обычного причем. А Бакс Банни я могу? Нет, ребята, никого больше не могу я прапать, ничего сделать не могу. Печалька. Так, получить мультяшек у нас с вами нету. Ни одного билета, ни одного жетона. В мире что тут происходит? Что они мне показывают на мир? Так ведь тут ничего нету. Абсолютно ничего нету. Что вы меня с панталыки-то здесь избиваете? Так, ежедневные испытания особой компании. Ну-ка, давай-ка сюда посмотрим на пустыню, ребят. Мы с ней еще не закончили. Так, поехали. Теперь-то мои персонажи здесь проапаны немножечко хотя бы. Я думаю, что они не будут падать так быстро. И мы с вами пройдем хотя бы до пятой, может быть, части, да, этого испытания. А может быть, все пройдем. Посмотрим сейчас, как у нас пойдет дело. Так, ну что, олухи, давайте я буду мстить. И мстя моя жестокая. Отлично. Ах ты, гаденыш, что творит. А ну-ка, динамитик, для всех угощайтесь. Бесплатно. Горячий хот-дог, как говорится, да? То же самое делай, да? Ладно. Пробиваем Фогарна с вами. И вот этот вот Даффи мне как-то не особо нравится. Воу, с удара его просто забомбили. На, динамит тебе в лицо. Поцелуйчик. Защита, ребята, понижена. И атака, это круто, кстати. И пробивной. Есть. Вот так, ребят, на 3 звезды все это дело проходится. А если на 3 звезды проходится, мы с вами можем фармить, ребята, этот уровень. Запомните это. Так, ну что, продвигаемся тогда с вами далее. У нас там какой? Третий уровень. Третий бой. Вот так он выглядит. 10, 15 и 9 уровень. И 10 опыта. Опыта, конечно, здесь почему-то дают мало. Так, это мы забираем. Погоди-ка, а что... А что не хватает? А, мы же прошли здесь, елки-палки. Меня просто сбили с панталыги. Вот здесь вот я понимаю, ребята, 128 опыта за победу будут давать нам. То есть мы сразу получим с вами уровень. Так, ну что ж, давай попробуем. Так, усиление мультяшек открывает новые мощные навыки. Это мы все знаем. И все прекрасно понимаем. Порки, да, ковбой у нас здесь. Ага. С удара, ребят, ты прикинь, я Бакс Банни с удара снес. Офигеть. Кого ты там хиляешься? Зачем ты хиляешься, порки? Родной мой, очнись. Ты обделался, елки-палки, он хиляет мне. Так, двойная атака усиленная. Вау, минус этот. И давай динамитиком. Помс. Ну, динамит, конечно, отнимает очень мало, да, ребят? Здоровье. Фу, вообще разобрал даже, ребят, не поморщился, если честно. Даже не понял, с кем тут дрался. Просто все на одном дыхании прошло. Ну, дадут мне следующий левел ап? Или нет? Ну, дайте мне уровень, пожалуйста. Я достоин, я заслужил себе 22-й. Какой там 22-й? 21-й левел. Ничегошеньки, да, не дают? Ладно. Ребят, поехали тогда сюда. И я уж как-нибудь сам справлюсь. Так, уже 4 персонажа здесь стоит против меня. Тут еще, кстати, и порки есть. Хм, ну ладно. Он сам, грубо говоря, напросился. Сбалансирование команды. Да, с балансированием команды тут попробую еще разобраться на самом деле. Так. Встан. Какой стан? Мы его просто сразу снесли, ребят. Вот это я обожаю, когда так происходит. Так, понижение защиты нам сделали. Ну-ка, угоститесь. Знаете, почему у нас так мало отнимает, ребята, все наши скиллы? Потому что не прокачанные у него. Вот и все. Вот вам и весь ответ. 117 минус Фогарн. Отличненько, по красоте. Так, добиваем Бакс Банни.
И у нас Даффи остается. Так, слушай, Даффи, ты не припухли, а, родной мой? На-ка, поцелуйчик получил. Так, мы его замедлили. И добили. Четко. Опять же, ребята, 3 звезды. Соответственно, получаем все в полной программе. Так. Круто. Только я одного не помню, мне уровень-то повысят или нет? Вроде бы уже достаточно я заработал для повышения себе левелап. Да, ребят, просто надо, наверное, выйти отсюда. Или что сделать? Так, давай попробуем. Во! Вот что надо было сделать. Да, ребята, уровень повышен. 2000 монет и 50 энергии я зарабатываю. Так, а что у нас тут в магазине? Ага, ну, конечно же, реатомизатор. Естественно, ребятулечки. Реатомизатор надо использовать всегда и везде. Так, Сэм охотник. Порки фермер. О, а это что такое? Прям так закрутилось, как будто, знаете, эпическая какая-то там карта, легендарная даже выпадает. Угу. Бабуля. Порки и пес Бернард. Так, все, все, ребят, да? Не хватает буквально одной мне. Одной пробирочки, чтобы я смог еще с вами открыть. Так, что у нас там в мире творится? Я не понимаю. Восклицательный знак стоит. Для чего его ставить сюда? Что здесь не так? Все, все ходят, гуляют, наслаждаются жизнью. Что не так? Все, по-моему, так. Хм, странно. С панталык, что ли, меня сбивает? Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующей новой серии. Так что всем удачи и до скорого.